Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня не просто вечер вечеров. Поговорим о жизни, поговорим о музыке. Сегодня у нас в гостях Пафнутий Крас. Живу в Москве, общаюсь с теми, у кого такой же музон в голове. Все те же постеры на стене, контакт на компе, бардак на столе, текста на бите. Завтрак на плите, на улице метель. Сейчас захвачу свой актимель и поеду навещу друзей. Вокруг много идей, типажей и вершин, поэтому у меня не налаженный режим. Времена невминозные, все такие разные, а хочется все-таки верить в общие оргазмы. И на фоне с нашим здоровым голым интересом, без вас места, кто-то всегда будет нетрезвым. Это жизнь. Идем по дороге, смотрим под ноги, подводим итоги, экология, налоги. И мы только на пороге новых оргий. Но сейчас все спокойно, значит жизнь превосходна. Скажем, наша жизнь — это великолепный трип. Вокруг себя посмотри, моменты запоминай, себя не забывай, сердца не задевай, назад не забегай. Не думай силой, не дуй сено, не лезь на стену, делай красиво. Себе, других врубай свет, будь, не будь, вот ответ. Нам всегда мало, мы хотим еще и еще. Ищем красивое место, где не надо просить счет, не находим. Людям плохо на чистой природе, в моде города и леопард по золоте. Я правильно понял, надо просто улыбаться, пытаться открываться людям, а не держать дистанцию. Не всегда получается, но вот вам совет от Кравца. В общем, братцы, ходите в сохо в сланцах, не разводитесь на очевидные танцы. Хватит, ты тру или не тру, времянка не покатит. Это не детский садик, это мир, в котором мы живем, в котором мы песни пишем и поем. И все, что происходит с нами, это очень важно. Ведь как бы то ни было, это все-таки наше. И сомнений нет, почти в любой момент жизни можно дать подобный совет. Наша